Привет всем, мои дорогие друзья! Я в приложении или в игре Primal Carnage Extinction Open Testing. Я не знаю, что это, по-моему, мне это бесплатно досталось, достается это всем, у кого есть игра Primal Carnage Extinction, конечно. Вот, не знаю, здесь единственная разница, это вот опять же другая заставка и, собственно говоря, то, что здесь есть соло, то есть игра на одного. И здесь вы выбираете игровой режим, это выживание или... Вот это я не знаю, что такое. Ну, выживание я вам показывал. Видео у меня есть, где мы как бы с группой людей на какой-то карте. Просто волны динозавров нас идут. Мы их просто убиваем, зарабатываем деньги, там, увеличиваем здоровье и что-то такое. Вот. Это я вам показывал. Здесь то же самое, только вы будете играть как бы один. Так, ну, давайте вот здесь. А теперь я выбрал Free Roam, какой-то свободный крик. Крик свободы, что ли. Ой, Free это не... бесплатный, что-то такое, я не знаю. Вот, и давайте попробуем. Посмотрим, может, в чем разница между остальными играми. Также, возможно, именно вот в этом Open Testing скоро выйдет компания к игре Primal Carnage Extinction, которую все ждут, собственно говоря. Мне кажется, ради компании игру и покупали многие, ну, по крайней мере, я. Ждал, что в игре будет компания, а потом что-то выпустили новую игру, так компании не было. Надеюсь, что в скором времени она появится, и я ее для канала запишу. Так, вот этим чуваком, собственно говоря, я буду играть. А, или я сейчас не знаю, что это за режим, может здесь просто чисто за динозавров играть надо. Да, что-то долго грузит нынче. Ну вот тот режим, который я сейчас запустил, я его запускаю... До этого я его не запускал. Free Roam Contingency. Так, ну и что теперь делать мне? Ага, выбрать команду. Так, в чем прикол? Я тут один вообще-то. Ну хотя, давайте я вам... Я же за тираннозавра вам вообще игру не показывал. Побегаем за тираннозавра. Я выбрал ему вот такой окрас. Все окрасы из Primal Carnage. Они доступны здесь. Так, это кусать. Это хвостом, да? Понятно. Ну, здесь тираннозавр выглядит гораздо круче, чем... Ну, и круче, и больше, чем в игре The Isle. Но это два совершенно разных проекта, поэтому... Так, у меня 2750 хп. Ну-ка, я ускориться могу. Отлично, я могу бегать. Так, что еще могу? Какие действия у меня есть еще? Так, это можно потрястись. Ну-ка. Понятно. Так, что-нибудь еще покажешь мне? Гнезда. Видимо, динозавры должны гнезда защищать, да? Так, ну понятно. Теперь я хочу... Да, и поменять динозавра на спинозавра. Отлично. Когда я умру? Класс! А как мне тут умереть? Не подскажете? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Так, теперь есть спинозавр. Правой кнопкой мыши теперь я могу пользоваться, в отличие от тираннозавра. Это кого-то мутузить. Это кусать. Но выглядит спинозавр круто. Я за него еще ни разу не играл. Здоровый, конечно, более худенький по сравнению с тираннозавром. Но в этой игре он больше тирекса. Ну, хотя, мне кажется, он такого размера и был, только тирекс все равно его укокошил бы. Потому что тирекс как минимум в два раза толще. Так, ну давай покричим. Ну да, скорее более угрожающий, чем такой тембр, как у тираннозавра, который предупреждает всех, что сейчас всем за жопа наступит. Ага, это он в зубах поковырялся. Ну, прикольно. Так, ну-ка, а пробежаться можно, да? Я вот не понял вот этот режим соло, то есть, если его выбрать, допустим, тут можно чисто с друзьями играть, и никто к вам не присоединится, потому что игра одиночная. Ну, то есть, типа что-то коопа, но... Влезет, да? Круто.
Но я вообще смысла пока не вижу в этом одиночном режиме, если ты один его запускаешь, и без других игроков ты ничего делать по сути не можешь. Так, ну и сейчас через секундочку я покажу вам этого акроконтозавра, и потом перейдем, я вам покажу режим выживания. Может, там что-то тоже поменялось. А, у тебя крик не восстановился еще. Ну, в зубах поковыряйся. А, он ногти даже почистил, когти свои почистил. Так, ну ладно, сейчас вернусь. Так, ну вот я и акроконтозавр. Да, здесь особый крик. Так, что ты делаешь? На правую кнопку... Офигеть! На правую кнопку мыши. Ну, собственно говоря, что мы помним из выживания, как он нас там мутузил, сволочь. Он просто приходил, топтал нас. И мы просто умирали. Ну, выглядит круто, конечно. А что ты на G делаешь? На G он просто принюхивается, осматривается. Ну, выполнена модель, конечно, круто. Будем ждать каких-нибудь рапторов, что ли, новых. Какого-нибудь раптора или еще чего-нибудь в этой игре. Ну-ка, давай-ка топни еще раз. Да, офигенно. Я за него тоже ни разу не играл. Здесь хотя бы побегаю. Ну-ка, я хочу, чтобы растения в сторону такие. Офигеть. Ударная волна. Здоровье 2500. Больше всех я не видел, конечно, сколько было у спинозавра. Надо будет потом на видео посмотреть. Я забыл уже. По-моему, вот у Тирекса больше всех здоровья. А вот урон больше всех у спинозавра. А у кракантозавра он такой более подвижный. Вот он топтать может. Так, ну что ж, теперь перейдем в режим выживания и посмотрим, что там, как у нас там дела обстоят. Так, ну здесь, конечно, у нас стандартно выбрать класс. Ну, я за пиромана поиграю, да, и готово. Нажимаешь, то есть, в отличие от онлайн-игры, да, здесь же никого ждать не надо. Вот, у нас через 17 минут волна. Так, тут гранаты, ну, денег у меня пока нет. Тут патроны, все дела. Да, денег у меня пока по нулям. Вот, увеличить здоровье. Ну, нужно накопить, конечно, ради для этого. Это геотермальная станция какая-то, да? Или что это? Я выбрал карту какую, я уж не знаю. Так, ну чё, рапторы, вы где? Боты. Боты, боты, боты. Найти меня не могут, походу. Так, я вижу вон еще один автомат. Видимо, на правой стороне будет еще. Их всего три. Ах ты ее! Здравствуйте. Так, еще пять осталось. Опс, это что, карнотавр? А-а-а, гори, гори! Отлично. Так, всех поубивали. Нужно пополнить. Ага. Пополнили боезапас. Так, а тут можно как-то от второго лица играть там, я не знаю. Так, это я что делаю? Это я подмышки нюхаю? Идеально. Круто. Так, я вижу, он бегут уже. Ну, подходите, гады. Да-да, я вас вижу. Из-за бандика моя игра немножко подлагивает. А так скорость и оптимизация у меня вроде лучше, чем в предыдущие разы. Да отвалите! Еще карнотавр пришел. Че ты встал? Встал тут тоже мне. Так, ну по сути здесь можно не за деньги. Когда я в прошлый раз играл, тут где-то вот были аптечки. То есть бесплатно берешь. Зачем я покупаю, я не знаю. Видимо, тут на этой карте только покупать. Так, а если я... А, я сюда не запрыгну. Это прискорбно.
Я уже своих шагов боюсь. Так, ну 10 опять. Стандартно всегда по 10, что ли? Я не понял. Ага, вот бесплатно можно брать. Вы видите здесь? На, на, иди сюда. Все, всех порезал. Так, кто еще хочет порезвиться? Ага, вон сколько желающих. Ты что делаешь? Успокойся! Да успокойся! Так, надо запомнить, что авиарапторы напрыгивают. Ух ты, ё, помать! Так, он где? Я его потерял. А, все, он умер? Ага. Отлично. Так, ну остался один шкет. Где он бегает? Ага, я не знаю. Я его не вижу. Потерял его из виду. Вот этот скин. Ой, пропал. Ну ладно. Так, я не понял, где этот шкет? Может, он где-то тут? Молодой и целеустремленный динозавр, где? Вот проблема ботов, да. Бывают, сами потеряются, и все, и проблема. Вот и где мне теперь искать его? Я даже не знаю, где у них тут респаун на карте. А, вот еще где есть. Круто. Ну, хоть карту посмотрим. Не, ну, ребята, ну, где он? Ага, слышу. Давай, беги сюда. Так, на прокачку мне пока не хватит, потому что там, мне кажется, больше стоит. Ты даже запрыгнуть не можешь? Круто. Да, 1500. Ну, сейчас я мог бы уже купить. Так, уже 11, представляете, 11. Было 10, стало 11. Ну, понятно, я же один играю, на меня 50 динозавров напускать нельзя. Будет как-то нечестно. Так, ну чё, где? Так, вижу. Умер. Погиб. Так, вижу карнотавра. Ай-яй, больно. Так, еще трое. Так, до свидания. Так, и опять один где-то застрял. Опять не его искать. Ну что такое-то? Вот как раз его и не хватает, чтобы прокачать себе здоровье. Так, ну ладно, пойдем его искать опять. Где он там потерялся? Вот что значит работать не в команде. Потерялся и все, и хрен знает, где он теперь. В прошлый раз я его тут нашел. Так, это что такое? Это чего такое? Турель какая-то. Турель какая-то. Не, ну, где этот шкет? Все, мужик. Я уже всю карту обижал. Я так понял, турели... Ага! Я так понял, турели можно как-то прокачивать, и чтобы при наступлении волны... Включаешь их, и они как бы тебе помогают. Но пока не надо, пока я сам справляюсь. Так, увеличено здоровье 300. Да-да, смешная шутка про тракториста. Так, теперь их 12. Ага, рапторы, невидимки. Понятно?
Я хочу до босса, до 10 волны дожить. Посмотреть, здесь также боссы есть, также в одиночку справляться. Так, ну рапторы-невидимки, это не очень круто, но... Ага, я одно вижу их. Слева идут. Ага, вот он, вот он, вот он, вот он. Прикольные рапторы. Так, убил его. Так, еще трое. Все отлично, всех убили. Так, ну давай, восстанавливайся. Так, сейчас будет пятая волна. Возможно, компсогнаты. Так, а здесь сколько прокачка стоит? Тоже 1500. Это у меня улучшение оружия. Да, это мне определенно надо. Ага. Так. Шестая волна, 13 врагов. Да, ну понятно. Просто сейчас враги, опять же, карнотавры всякие тут. Рапторы побегут. Опять же, один какой-нибудь пентюх потеряется. Будем его искать. Так, ну я видел там тебя. Да-да-да, ты от меня не скроешься. Иди сюда. Так, один погиб, и ты прогиб. Ой, что я сказал? Один прогиб, и ты погиб, вот. Ага. Чё, думаешь, самый умный? Да пошли вы! Вы не поверите, никто не потерялся. Отлично, улучшаем оружие свое. Так. Волна седьмая уже сейчас будет. Но теперь они будут гореть быстрее. Так, 14-я волна, просто волна. То есть ничего такого необычного. Странно, с правой стороны они тоже идут или только спереди и слева? Потому что справа я только карнотавра видел, как приходили. Так-то никого больше не видал. Так, все-таки идут справа, отлично. Горите! Ну, в воде их жечь, конечно, не круто. Да, давай, гори. Да, отвали. Хватит меня топтать. Быстрее, здоровье. И сюда. Гори, сволочь, гори! Отлично. До свидания. Ой, мне что-то плохо. 800, 800, 800. Быстрее, быстрее надо до этой птички успеть сгонять. Так, все, я устал. Волна восьмая. Просто опять волна, а теперь их 15 уже. Сволочей этих. Отлично. Здоровье почти на максимум. Так, вот и идут сволочи. Давай, подходи. Хватит кусаться. Конечно, можно было и портфайнера брать, но пироманом как-то круче, по-моему. Ну, в данных обстоятельствах. Так. Так, вижу тебя, сволочь, не убежишь. Все, сгорел. До свидания. Вот последний.
Так, 1700, но еще одного автомата я, собственно говоря, не вижу. Можно тогда гранат купить. Так. Так, это... Это не гранаты. Ну да ладно. Не-не-не-не-не-не-не. Все-все, успокойся, а. Хватит себя нюхать. Так, раз. И два. А, вот так кидать? Ну, давай, иди сюда. Ахаха, получили. Иди сюда, здоровяк. Так, три здоровяка, это не очень круто. Да гори уже! Так, один остался. Опять потерялся. А нет, вот он. Я там меня поразил. Так, ладно. Закупимся еще. Всего две мины, да? Ну давайте одну здесь кинем. Ну и это сюда тоже. Ага, босс, Альфа Новораптор. Все-таки босс, да? То есть я один с боссами должен справляться. Ну что ж, иди сюда, сволочуга. У меня для тебя сюрприз. Чё, где потерялся-то? Ага, вижу. Вижу, вижу. Давай, 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 здоровяк. Сейчас его приспешники будут тут бегать. Или он тупо один будет. Сволочи. Не, ну одному, конечно, трудно. Все, сейчас сдохну. Да, я умер. Ну что ж, собственно говоря, то же самое, что и было в стандартной игре. Теперь вы можете опробовать в одиночку. А при чем тут она? Ну ладно. Ну что ж, собственно говоря, по сути ничего нового пока в игре нету, поэтому и открытое тестирование. Может быть, чего-то добавят, но это в будущем. Если добавят, то я выложу, без проблем. Ну что ж, с вами был Дарт Сидиус, всем всего хорошего, надеюсь, это видео вам понравилось, до скорых встреч и пока!